Очень люблю, как-то люди работают результатом, как-то люди делятся красиво, хорошо что-то. Мне это очень нравится. Вот вы помните, друзья, да, это проект месяц назад, 2 месяца назад, каждый этап мы снимали, я вам показывал. И сейчас вот здесь была вообще земля, ничего не было. И вы можете посмотреть старые наши видеоролики. Теперь пейзаж есть, здесь есть беседка, здесь есть высота. Для мусора тоже ведро поставили. Очень хорошо, вот богатый такой инфраструктура. Дорогие друзья, всем привет из Мерсина, всем большой привет, район Теджи, сегодня с вами, дорогие друзья, Теджи, как-то Теджи, никогда не забудьте, дорогие друзья, здесь есть газ, отопление в этом районе, дорогие друзья, и самый близкий район до центра Мерсина, после Мезитли, друзья, богатый, вот такой пейзаж, я очень люблю пейзаж, и очень люблю разные дерева, как-то в саде, это, насколько я знаю, что это уже слива, есть мандарин, лимон в саде, очень хороший, красивый, просто я люблю красивые вещи, так что я очень люблю, как-то люди работают душевно, хорошо, вот это проект, наш эксклюзивный проект, и здесь очень много людей купили онлайн, друзья, если вам тоже интересно онлайн, как можно приобрести недвижимость в Мерсине, можете к нам обращаться в этом районе, между прочим, еще наш офис отсюда недалеко, вы можете к нам заходить, посмотреть вот это проект более подробнее, дорогие друзья. Так что, если вам интересно, в каком этаже, какая цена, какая квартира, куда смотрит, вид на море или вид на гору, полностью, если вам интересно, 2 плюс 1 или 3 плюс 1 в районе Теджи, дорогие друзья, пишите через Viber, WhatsApp, я вам пришлю прайс-лист, дорогие друзья, прайс-лист, вы сами можете как-то дома сидите, можете посмотреть, вот 9 этаже, 8 этаже, 5 этаже, 6 этаже, давайте вот это все от и до можете вы сами посмотреть своими глазами, какой прайс здесь, дорогие друзья, так что, поэтому я цена не озвучу, хорошо, потому что разные этажи, разные цена, если вам интересно, пишите, звоните, дорогие друзья, через Viber, WhatsApp, я вам пришлю просто, вот здесь 3 блока, А, Б, С и Д, Э, здесь 3 блока, каждый блок и каждый этаж разные цена, вы можете своими глазами посмотреть, в каком этаже, какая цена, я вам перешлю через Viber, WhatsApp, Telegram, хороший прайс-лист, я вам сразу могу отправить. Договорились, друзья. Так что вот такой вот до сих пор работа идет, работники работают. Вот здесь еще сиденье тоже есть. Здесь будет фонтана, и здесь пальмы посадили. Очень красиво, хорошо. Так что, друзья, почему город Мерсин? Город Мерсин – это уникальный город в самом деле. Много людей еще не знают, что такое город Мерсин. Это моя родина, поэтому я пытаюсь свою родину поддерживать. Я хочу, чтобы своя родина, чтобы развивался, дорогие друзья. Поэтому от и до в одном ролике не можем вам рассказывать. Именно, если вам нужна консультация, можете ко мне обращаться. Это столица клубника, столица лимон, столица банана, столица апельсин, дорогие друзья, в Мерсине очень богатая инфраструктура, богатое историческое место, поэтому здесь развивается, дорогие друзья, развитие идет очень быстро. Так что огромный бассейн, посмотрите, пожалуйста, огромный бассейн, 2 бассейна, если скоро будет, еще поставим туда горки, детский бассейн тоже достаточно большой, огромный бассейн и огромный территорий, дорогие друзья, парковочное место тоже есть, место есть, еще баскетбольная площадка тоже есть, еще море недалеко, дорогие друзья, море отсюда где-то 600-700 метров, очень близкий море, здесь пляжи, я сам проверил, если вам, вы помните, я вам даже показывал, пляж очень хороший здесь, короче, вот это место, покажи, пожалуйста, вот это место будет еще детская комната, вот эта детская комната будет, вот, видите, вот пальмы поставили,
вот это огромные пальмы здесь будет, огромные пальмы. И здесь будет вот это на первом этаже детская комната, еще детская площадка тоже есть здесь. Очень хорошо, такой домашний семейный комплекс, дорогие друзья. Очень хорошо, комплекс в самом деле. На продаже есть 2 плюс 1 и 3 плюс 1. 2 плюс 1 135 квадратный метр, 3 плюс 1 155 квадратный метр, дорогие друзья. Если вам интересно по поводу плана оплаты, тоже к нам можете обращаться. Стройка заканчивается в конце апреля 2021 году, по-моему, да? 2021 году, в конце апреля заканчивается, дорогие друзья. Так что я хочу сегодня поделиться именно в этом проекте, в этом блоке 2 плюс 1. Вот этот блок полностью 2 плюс 1, там нету 3 плюс 1. Я вам раньше показывал блок А, вот 2 плюс 1, 3 плюс 1, блок Э, там тоже показывал 2 плюс 1, 3 плюс 1. Теперь хочу в этом блоке, это блок С, 2 плюс 1, хочу там с вами поделиться. 2 плюс 1, очень хорошая планировка, вид на гору, вид на море, потому что это два стороны смотрится в этом проекте. Хорошо, все будет хорошо, хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Давайте теперь поднимаемся наверху и посмотрим своими глазами, дорогие друзья, если что, пишите, звоните. Хорошо, не забудьте, я вам говорил, еще раз говорю, если вам нужно прайс-лист, я могу отправить вам через Viber, WhatsApp, хорошо? Для более подробной информации пишите через WhatsApp, Viber, под видео есть мои контакты. Поднимаемся. Так, так, тики-тик-так. Итак, друзья, теперь мы с вами поднимали на 8 этаже. Хочу с вами поделиться одна планировка примерно. Планировка все одинаковые, только вам нужно выбрать этаж и вид и блок, дорогие друзья. Так что, чем выше, чем лучше, конечно, вид на море. Вот, посмотрите, пожалуйста, какая красота море, Средиземное море, морской воздух. Вот такая жизнь здесь, в Мерсине, дорогие друзья, натуральная, искренняя, семейная жизнь в Мерсине вас ждет. С балконом начали, вот это кухня вместе с залом. Сейчас хочу с вами планировку показывать. Потом, если вам интересно, через Viber, WhatsApp можем отправить прайс-лист. Можете этаж выбрать. Плюс 95 130 442 42 33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram. Так что еще стройка не закончил, конечно. До конца апреля будет заканчивать. Вот это кухня, вот это все кухня. Здесь будет умывалка, здесь будет красивый вид на горы. Еще я вам горы тоже покажу. Отсюда красота, просто вид на море и на горы, два стороны вид. Вот это кухня, и здесь зал вместе с кухней. Вот такой большой планировка, 135 квадратный метр. И здесь французский балкон. Еще вот такой французский балкон, здесь тоже вид на море. Инфраструктура богатая, мы уже вам показывали. Достаточно. Планировка очень удобна. Это чисто для семейной жизни, очень хорошо. И здесь коридор тоже широкий, два лифта есть. Здесь вот это перехожая. Вот с левой стороны здесь будет шкаф. Еще не делали, но шоурум я вам показывал раньше. Здесь будет шкаф, здесь будет такое зеркало, красивое, хорошее зеркало будет. И, конечно, здесь вот такой длинный, большой коридор. Здесь общий санузел, вот такой общий санузел. Очень хорошо, планировка в самом деле, друзья, красота. И даже вот здесь будет все, вот это украшение. Здесь будет украшение, красиво, хорошо будет. И здесь вот это гардеробная комната. Вот это гардеробная комната. И там напротив дверь, это дверь, пожарная дверь, дорогие друзья. Теперь мы с вами попали в родительская комната. Вот это родительская комната, достаточно большой. И здесь тоже санузел есть. Вот такой, еще стройка идет, но уже практически уже готов. Все видно, вот это санузел и большой, достаточно большой санузел. И здесь еще вид на гору, дорогие друзья. Вот такой вид,
Наш аппарат сейчас вам покажет вот в таком виде. Вид на горы и вид на море. Гору Торос. Вот видите, везде лимон, апельсин, мандарин. Вот это столица лимон. Мерсин, конечно. Вот это балкон немножко узкая, маленькая, но вы можете засветить. Это балкон тоже получается. Еще одна комната достаточно большой, дорогие друзья, квартира. В принципе, вам не нужно засветить, потому что площадь большая. Еще одна комната здесь, вот это детская комната, здесь французский балкон, светлая квартира, потому что везде много комната, везде много окно. Итак, друзья, что мы с вами смотрели? Район Теджи, город Мерсин, 2+1, 135 квадратный метр. На продаже еще есть 3+1, дорогие друзья. Еще раз повторяю, если вам вот этот проект нравится, если вы хотите изучать, в каком этаже, какая цена, мы вам можем отправить прайс-лист через Viber, WhatsApp и Telegram, +90 530 442 42 33. Через WhatsApp я вам могу отправить прайс-лист. Вы сами можете как-то дома сидите, можете посмотреть, в каком этаже, какая цена, какой квартир, куда смотрится, дорогие друзья. Так что действительно, вид очень красивый, вид балденно, дорогие друзья. Так что всем желаю счастья, удачи, друзья. Я вас очень люблю и уважаю. Ждем вас в Турции. Всем пока-пока.